Так, ну посмотрим, чему ты тут научился. Сейчас посмотрим. Так, стартуешь здесь. Вошел. Накоцал. Хорошо. Сразу давить шафтом. Отлично. Уже движение видно получше. У тебя, наверное, другие мышки, вышки. С включенным шафтом нельзя бегать. Лучше с дробовиком бегай в узких проходах. Ну, тут как других пушек нету, то все можно добивать, убивать. Пиздец. Хуй ты делаешь? Тотем не увидел, тотем надо разбивать. Никогда не врывайся. С малым количеством хп ты врываешься с 30 хпами. Просто на типа и здесь сдыхаешь. То есть, когда выше рейтинг будет, тебя сразу же будут принимать и пиздить. То есть, здесь вообще ошибка дикая. Ну ладно, на этом рейтинге прощается, но выше. Там уже два тотема стоят, ты это не видишь. Сзади два тотема надо разбивать. Он внизу. Карту, короче, ты еще до сих пор не выучил, не понимаешь, где соперник может быть. Там два тотема на телепорте. Здесь стоишь, надо шафт взять и стоять дальше, мигу ждать. Нихуя не понимаешь карту, вообще не знаешь. Сейчас в телепорт зайдешь, два тотема ебанут. Да. Вот у меня ошибки. Хорошо попал. Красная. Отлично. И надо shift сжать, блять, чтобы подловить типа. Ты просто бегаешь по карте. Не понимаешь зачем. Опять на тотем. Не понимаешь зачем бегаешь по карте. Хорошо, все добивать. Тот сам умер. Сейчас мега. Хотя бы просто порядочность. Меги армору запоминай. Сейчас красный. В узких проходах всегда ракету. Я же говорил, почему ты не включаешь? Это полный пиздец. Ракету, блять. Неправильный выбор оружия. Короче, играть и играть еще надо. Неправильный выбор оружия. Сейчас бы тебя подрейлили просто так. Здесь руки джамп убивать с ракетой. Хуету какую-то делаешь. Еще очень много придется играть. Тотемы слышишь? У тебя все тотемы слышны, но ты не понимаешь, где он ставит. Где он их ставит? Он ставит их на постоянно телепорте. Ты сейчас телепорт, наверное, опять пойдешь и нарвешься на него. Куда же ты бежишь, блядь? Хорошо попал. Он вниз упал. Ты не понимаешь этого и можешь сдохнуть. Да, вздыхаешь. Просто триболтом захуярили. Сейчас мига, там на телепорте тотем стоит. Хуяк, он забирает мигу. Тотем, почему ты тотема, блядь, не убиваешь? Он слева на ракете тотем стоял, ёб твою мать. Всегда тотема надо убивать, сейчас красная. Хорошо. Добить. Фух, ебать, ты дэмэджа попал. Сзади тебя. Ты не понимаешь вообще нихуя. Хорошо. Ебать. Нифига фраги уже какие идут. Опять с ракетой только бегаешь. Ну хоть ролган уже включаешь. Хороший руки джам, блять. Это полный пиздец. На телепортах всегда тотем стоит. Почему ты не убиваешь? Там уже, наверное, два стоит. Да, сейчас ты зайдешь в телепорт и опять нарвешься на тотема. Просто так. Ты не понимаешь, где он. Ебануться, у тебя наушники. Такая помойка. Телепорт. Не идешь. Здесь тотем. Наконец-то, блядь. Спустя полторы минуты убил его. На телепорте тотем. Опять не убиваешь тотем. Вот он. Оп. Наконец.
Зачем мельтешить? Еще тотем на телепорте сверху тебя. На этом телепорте. Не понимаешь вообще нихуя, где соперник. Очень слабо. Но уже хоть что-то есть, хотя бы ты видишь то, что ты попал с ракеты, типа высоко летит, и ты переключаешься на рейлган. Это уже что-то, молодец. Иди добивай, у тебя 150 хп. Ты не пошел добивать, а красный можешь отдать. Он сзади тебя. Пиздец. Руки джамп. Назад на мигу. Все, телепорт на красный. Два пропускаешь. На гвоздях армор, потом красный. Все правильно делаешь. Шафт. Не понимаешь, зачем убегаешь, блядь. Ты боишься всего. Опять ракеты просто так пускаешь никуда. Три болта можно поспамить. Не знаешь, во сколько мигут, просто бегаешь по кругу. Рокет джамп. Неправильный выбор оружия. Телепорт надо прицелиться. Тотема надо убивать. Он уже перед тобой прям стоит. Тотем. Справа, видишь, ты его не убиваешь. Это ад. Пиздец. Патроны, патроны. Смотреть на патроны, блядь. Сейчас мига. Оп. Но движения получше стали. Но опять же, играть и играть. Очень много играть. Контролировать, хотя бы научился не контролировать, а просто ты прибегаешь по кругу. То есть ты не считаешь секунду по секунду, просто запоминаешь порядочность примерно. Уже хоть что-то. Для этого рейтинга вообще выше крыши за глаза. И поэтому тип ничего не может сделать. Он пытается хоть как-то отстрелить с 3 болтов, хуёлтов. Но за... Ты ничего не делаешь. Ты вот контролируешь 6 минут. Тебе надо фраги делать постоянно. Атаковать его. А ты не атакуешь даже. То есть за счет вот этого стека преимущество тебе надо атаковать. А ты не атакуешь. Видишь, ты по кругу гоняешь. Даже не пытаешься накоцать. Все красно. А ты и потерялся с таймингами. Вот так. Минус нахуй. Хорошо. И опять без ракеты, да, никуда не можешь, блядь. Сзади. Сзади, ёпты. Руки трясутся, блядь, дрожишь, всего боишься. Не понимаешь то, что он пробегает снизу, под тобой на ролгане. Вообще не понимаешь звуки. Играть надо и играть. Очень много играть. Ракету. Даже не дожидаешься ошибки, пиздец, детские. Ну хоть так. Ульту бы включил, убил бы сразу. Сейчас красно. У него нет хп, он сейчас зайдет телепорт, ты, наверное, убьешь. Не слышишь нихуя, тотему, ничего не слышишь. Все, ты потерялся, не знаешь, куда бежать. Без контроля, без всего, тебя сжмут, со всех сторон стреляют. Ты просто так бежишь, вот так никогда не бегай. То есть не знаешь, где соперник, ты просто бежишь и получаешь дэмэдж. Короче, пока лучше стал играть, но тут нечего комментировать. Просто нечего. Надо еще больше играть, играть, играть. Но лучше, да.
хоть что-то уже более-менее. Давай, тренируйся дальше.